Так, привет всем, с вами снова Муристика Фрэгренса. Мы продолжаем проходить игру под названием Devil May Cry. И мы остановились на миссии 11 Орден Хаоса. Давайте начнем. Как мы помним, в прошлой серии мы убили босса Боба Барбаса, который вел передачу новостей и как мог осквернял и портил представление людей о Данте. И того на наш орден напали человеческие. I gotta get to them first. Hang in there, guys. I'm on my way. Потому что для нас, людей, кажется, что это террористы. И они должны их разоружить. Они же знают, что на самом деле они делают доброе дело. Так, давайте воспользуемся аквилой. Ау. Давай. Я нажимаю. О, это клёво, я так хочу. Теперь мы можем всех крошить, просто не подходя даже к ним. Смотрите. О. Не, ну классно, теперь мы можем... Что это? Песник, блин, наверное, он только этим адским. Всё, что делать? Так, адское оружие, вниз. Ау, чё? Вообще, потерял стыд? Как понятно, только пузико у него только пузико болезненное. Ай. Да что ж ты такой агрессивный-то? Притянуться к тебе нельзя, блин, какой он злой. Что с ним? О, что произошло? Он, походу, самоликвидировался. Кстати, мне реально нравится это новое оружие, потому что, посмотрите, какое оно... Она реально может держать врагов подальше от нас, пока мы их атакуем. Вау. Как они его слушаются? Они что-то на ниточках или намагничены? В любом случае, каким-то же образом они управляются? Вау, они еще через лимф прорываются, то есть... Какие-то печати понаставить, какие здесь красивые граффити. Интересно, вот в том месте, где мы были, кусок машины, ничего не оставили, все-таки смотрите, какая локация. Я просто проверила. Я забыла проверить. Вау, вот именно вот эти штуки нужны были нам, помните? Еще тогда с гарпиями, и вот недавно мы смотрели, бегали. Там была какая-то штука, которая далеко от нас находилась, поэтому мы ключ не взяли. О, отлично, статуя. Чуть не сказала статуя свободы. Нам доступно 4 улучшения, мы, наверное, их всех потратим на аквилу. Давайте. Buy-in. Buy-in. Уровень что-то. Да, обратно. Buy-in калибр. Нам надо...
Ох, вот это обязательно надо просто удерживать, да? Обязательно. И прокачаем. Туз-король. Ой, направление не умею. Давайте стычка, нет, туда обратно. Давайте вот это возьмем. Пать что-нибудь будем, да? Давайте возьмем большую адскую курку. Маленький. На оставшийся возьмем еще одну маленькую. Но хватит вполне нам. Спасибо, статуя. Па! Я посмотрела это вот удар. Вау, даже пол треснул. И быстро зажил. Называется... Смотрите, как это будет выглядеть. Далека. О, теперь так красиво оно как. Помните, раньше просто они крутили, но теперь прям с блёсточками. О, вот смотрите, вот. Нам даже не надо будет больше прыгать, это вот с конца. Так, помните, мы пытались, когда вот она далеко так находится, давайте. У, там еще что-то лежит. И не надо было покупать, ну хотя, зачем? Ну, хорошо даже. И так неплохо порубил, но ничего страшного, ничего страшного, я еще научусь с ним. Знаете, кто-то живет в этой комнате, а ну, тут душа висит. И каждый день на него смотрит и говорит ему что-то. Это же ужасно. Эй, can you... Просто запросто убили человека. Реально, отец Кэт. Так. Ему не надо было бежать, ему надо было, типа, содействовать им. Так, что-то я там слышу кого-то. Это не мясник. Второй этаж. Да, блин, мясник. Сейчас я с ним попробую разобраться. Вот сюда расстрелять нельзя? Не-не-не. А, вы упали. Hey, over here, saw boy. Пусику, пусику, попусику. Бежи. Так, пока бьет мелкий. А эти мелкие птицы, что понял. Куда вы лезете, мелкие вы? Так, походу он взрывается. Да, он в конце взрывается, еще нас отметает этим самым. Блин, нехорошо. О, это вот туда обратно, которую я прокачала. Она помогает насчет да, этого дурного щита ведьмы. Что взорвалось. Вот это... Блин, еще и титан. Вы что, вместе что ли теперь? О, как я клево это сделала. Да? Ну я сейчас с тобой разберусь. Ты сейчас лезешь, когда я с дамой разговариваю, нельзя лезть, понял? Толстопуль. С этими титанами уже полегче так. Да? Эй, подожди вон отсюда, ну-ка. Cowards.
трусы, действительно трусы. Ничего нет, пойдемте. Another demon! Ready? 3, 2, 1! Orsini! Ha! Are you there? Разве stay out of sight, you hear? I gotta get to her first. Right, Pat. You keep him out. She knows we're here. We need a demo squad here now! Что там взял? Почему там слишком что-то много в последнее время знает? Получай. Он сам, а, сам себя подорвал, гад. Сам себя. О, да, тут мусорки подрываем. Подвешенные автоматики. Кого я вижу? Все знакомые, все лица. А так тебе. Я думал, что такой умный. Вау! Ха-ха! Использовать новые приемы — это клево. Мне кажется, новые приемы — это... Ну, иначе какой смысл покупать новые вот эти вот улучшения, брать? Какой в этом смысл? Что во время боя я тут покромсала все вкусняхи. Хорошо. Кэт, are you here? Надеюсь, чувак, надеюсь, она тут. О мой гад, они там! Move, move! Get out! The place is overrun! Damn it! Can anybody hear me? Это ужасно, когда вот так вот. Твои друзья в опасности, а ты им ничем не можешь помочь. Infested. I hope Kat's okay. Амилаха. Вау. Душа. Блин, там ты такой милашка, у тебя машина переживает, так это, ну ясно дело. Они не только были такие... Ну не только по этим своим суперспособностям сближаются сильно, но еще и потому что... Ну вот такие, я думала, это походу. Еще у них такая тяжелая судьба была, что... Так, если туда статуя, то нет. Я еще должна посмотреть, что там. Не могу пройти этот уровень, не пройдя все самое интересное. Они уроды такие. Виноват во всех проблемах.
и ниже. Хотя, конечно, сейчас же тоже там люди, человеки что-то делают. Конечно, у нас же тоже в нашем мире преследуется преступность. И что самое жуткое, что после такой игры, я не знаю, что прав, кто виноват. А, это ты тут? Душа, я же говорю, не зря. Не зря. Чё, кто ещё тут стал злым? А, кто-то демоны без конца появляются, и люди сюда просто что-то хлопает. А, вот чё. А, он даже не успел проснуться. Ну ладно. Картинки зависли. Сейчас я должна тут посмотреть все получше. Ой, автомат. Душа! Так, сколько уже их? Осталась одна. Надо дальше, потому что не думаю, что здесь прям скопище душ. Ты чувак, ты работал за столом, да? Папа, работаешь? Злой освещающий автомат. Ты быстро умер. Ну ладно. А они, походу, появляются тут просто так по пути. Потому что я иду уже за вкусняхами в основном тут хожу ищу. А они появляются у меня на пути, следовательно. Здесь нельзя судить о том, что куда где появляются дураки, там правильный путь. Бят. Там бят сильно-то, что вы тут стоите? Без конца, походу, да. И, как будто реально где-то демон выпрыгнул. Не шали, паненок. Я тебе сейчас арбитром так наваляю. Сидеть не сможешь. Кажется, мы тут уже были, да? Здесь уже были. Все, пойдемте. Кем-то боком должна быть дверь спрятана. Где-то впереди, потому что я не хочу возвращаться без конца. Туда-сюда. Там отдают приказы. А, не совсем гуманные. Убивать всех, говорят. Так что... мы можем порадоваться тому, что мы, блин, в лимбу. Так, что мы можем улучшить? Не знаю, торнадо, все. Есть Никозирис. Эрикс. Что такое удар троицы? Я не умею удар троицы делать и направление делать не умею. Что такое рулетка? Ну не знаю, способности. Ну, даже не знаю, вот знаете, это так трудно. Может быть что-то подобное вот. Давайте руши тут. Зашла. Алая звезда адского курка. Красота какая, прямо неземная. А зачем я взяла? Убила. Мне кажется, я знаю, кого они ищут. Вау, я получила демон скилл.
ты-то куда лезешь? Видишь, я с большим боссом разговариваю. Ну, то, что у него только животик под вашим ударом, потому что это тяжко. Он все время поворачивается спиной. А я говорю, не поворачивайся ко мне спиной. Ну-ка, дайте-ка. Вау! Блин, клево! О, прям вот это реальная мясорубка. О, он умер. Я хотела его подбросить, а он умер. Это тот, который держал отца Данте. Пленника. Кто хочет, может перемотать там на первые части, там было реально вот в серии Миссия 2. Что с ним делать? Что с ним делать? Так, так, чувак, чувак. А ты чё укрыл? Ух ты ж, ёлочки, ёлы-палы. Не нравится тебе, да? Так, уклоняемся, уклоняемся. Блин, ты чё такая смелая, блин, тварь? Ты хотя бы понимаешь, с кем ты связался, а? Давайте-ка съедим конфетку. Жизнь я никому от этого не вредит. А какой он меткий? Ау! Блин! Сволочь какая! Давай, убивайся уже ты, подлая тварь, поджидай. Эбер! Реально, что это было? О, душа где-то, я слышу ее. Я, что это было? Я видела этого чувака, вот у него еще посмотрела маски такие с простреленными 4 раза глазами. Мать моя. Как я тебя достану? Нет, а как его достать? Ну это нормально. Блин, может опрыгнуть на стеллажи? А, нет. Нет, ну как... Ну а как достать? Он же так высоко, реально. Бежим, бежим, бежим. А, блин, как его поймать? Ладно, придется пусть висит. Если кто знает, как его достать, мне пишите в комментариях, потому что я реально не знаю. Вроде бы у нас весь ассортимент оружия. Кэт! 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 Данте! I'm here. I don't know what to do. Where's Virgil? I don't know. He's probably in the server room, the Octagon, but he might be trapped in limbo. How do we get to him? I don't know. I'm stuck in here. Is there something I can do from limbo to break you out? Think. There may be a way. I'll guide you. Конец миссии. Одну душу не взяли. Не нашли. Плохо. Ну, вчерашнего босса... Это как бы за то, что я... расслабилась немного. Ну ладно. Спасибо, что смотрели это видео. Спасибо, что были со мной. Подписывайтесь на мой канал, ставьте лайки, комментируйте, приглашайте друзей и обязательно предлагайте свои любимые игры, которые вам нравятся, которые вы проходили, которые вы очень любите. Любого жанра, любого стиля. Мы вместе с вами поиграем в эти игры. Я вам обещаю. Ну, если вы будете мне писать, конечно, сейчас в последнее время никто не пишет, вот одновременно и хорошо. Также еще я хочу вам сказать, что я буду играть The Forest, Seven Days to Die, Outlast, и вот я вам говорила уже, Alien Isolation, будем ждать выхода этой игры и будем проходить ее вместе с вами, так что надеюсь...
тому времени, к 4 октября, количество моих подписчиков несказанно увеличится, и вы будете счастливы, рады сидеть вместе со мной ночами и дрожать с пачкой сухариков под мышкой и банкой колы под рукой. Так что спасибо, что были со мной. До свидания. Удачи вам всем, началом учебного года.